еще одна симпатичная такая телогинка. Вид не особо крупные цветы, не особо впечатляет. Но он тоже идет револьверная. Где-то цветочков 5 она выдает на цветоносе. Но цветет невероятно обильно, постоянно. Субстрат тоже кокосовый чипс. Вот видите, бульбочки налитые, красивые. Иногда, когда ее не поливаю, бывает неделю, забуду, висит наверху. Бульбы высушиваются, ну просто вот тоненькие-тоненькие. И в итоге я его поливаю, через дня 3 она расправляется, бульба становится еще больше и выдает кучу-кучу ростов, и все росты с цветоносами. Она вот так вот выдает ростик, и с него сразу лезет цветонос. Это, наверное, моя была одна из первых целогин. Полное название. Вот сейчас бирочку найдем. Вот она. Целогина силибенсис. Пахнет она, ну, очень приятно. Очень такой приятный цветочный запах. В горшочке она сидит в 20 сантиметре. Ну, как показала практика, целогинки очень-очень благодарное растение.